Так, вот сейчас, по идее, должно быть слышно. До этого у нас были небольшие траблы с Миком, но все уже окей. И мы можем продолжать наблюдать за этой замечательной встречей. Титаны против Virtus.pro. Титаны выиграли knife раунд. Начали за дефенс. Точно так же после этого уверенно выиграли пистолеточку. Разменами, но один за другим падали польские игроки. И, конечно же, это не могло не закончиться ничем другим, кроме как взятым пистолетным раундом для команды Титан. Эко-раунд для поляков. Понимают они, что это третья решающая карта. И здесь решается судьба. Кто же будет соперником команды Hellraisers? Кто же будет дальше двигаться по сетке виннеров? Вот два вопроса, которые меня интересуют. Ну вот, на самом деле, ответ будет один и тот же. Итак, эко-раунд. Поляки пока разыгрывают на апленте. Ну и куда же все-таки пойдут? Первый выход будет на Смитса. Смитс готов делать open фраг, забирает Нео. Перестрелка со Снексом также выиграна, но банально не хватило на белого патронов. Всего лишь 12 патронов в обойме СЗ-шечки. И вылетают они мгновенно. Просто очень скорострельный девайс и очень-очень опасный. В живых остается только ТАСС. Постарается сделать капитан команды Virtus.pro еще хотя бы минус. Ну, а мы за этой попыткой, конечно же, понаблюдаем. Но вроде бы Шок все контролирует и должен спокойно забирать поляка, что и делает. 2-0. Титаны, потеряв ЦЗ-шечку Смитса, берут экономически. Все остальные выживают. Ну и появляется АВП. Что странно. АВП покупает Смитс. Все мы привыкли видеть именно Смитса в роли снайпера французской команды. Но на этот раз сей девайс дропается Шоксу. И Шокс постарается разыграть его агрессивно на банане. Не встречает здесь никакого сопротивления от поляков. Ну и есть open фраг. Забирает Пашу бицепса. Паша даже не мог себе представить, что могут так агрессивно разыграть этот раунд французы. И лишает своей команды равенства в этом раунде. 5-4 будут продолжать атаковать поляки. И постараются все-таки взять этот бай. Поставленная бомба в пистолетном раунде обеспечила им бай в третьем. Но вот пока что-то этот бай начался не совсем уверенно. По-прежнему Шокс. Один на Б-пунте. Нет, на помощи у него есть экзистенс. И под контролем банан у команды Титан. Ну и постарается Шок сделать еще хотя бы один минус. Под флешку все чекают поляки. Шокс, какая реакция? Забирает Нео. Безупречно отыгрывает этот момент Шокс. И это эйс, друзья. Изи-катка на банане от Шокса. Просто великолепная стрельба с АВП. И недаром Смитс доверил снайперскую винтовку именно Шоксу. В этом раунде мы ничего не пропустили. Реально крутейший момент. И Шокс нас в очередной раз порадовал. Ну и теперь отдал АВП действительно ее хозяину, а именно Смитсу. И теперь Смитс на главочке будет разыгрывать всю ту же снайперскую винтовку. А именно АВП Boom Stat Track. Вот такой вот девайс использует Смитс. Буквально после матча команды Hellraisers и команды Clan Mystic. К нам в студию заходил Адрен, общался с Тафой по поводу всего происходящего на карте Inferno в этом противостоянии. И дал вот действительно краткий и содержательный комментарий по поводу Inferno. Кто контролирует банан, тот контролирует где-то 80-90% всего происходящего на этой карте. Экзистенс. Три минуса. Нет, 4 минуса на банане. И только Снексу было по силам остановить грозного бельгийца. Второй минус от Снекса забирает Скрима. Постарается. Кстати, на Б-пунте никого нет. И Снекс мог спокойненько себе ставить бомбу на этой позиции. Но, к сожалению, не знал об этом поляк. И теперь большие проблемы. Большие проблемы. Но Снекс забирает МДК. Также вроде бы нет, по Смитсу, нет, по Шоксу не попадает, и французы берут четвертый. Но с какими потерями? Три девайса выбил Снекс в одиночку, оставшись против пятерых.
Это довольно-таки хороший результат на экраунде. Опять-таки же АВП доверяется Шоксу. Ну и очередная попытка агрессивно разыграть его на банане. Тем временем на карте что происходит? У команды Титан укрепление из троих игроков на Б-пленте. Поляки тем временем пытаются пройти на стратегически важные позиции на пленте. Ну и что же, под раскидку будут заходить. Все это дело готов принимать NBK. Вот такая позиция у Натана Смитса. В пленте NBK на коврах. Смитс замечает первого. Пропускает польского игрока. И удастся ли сделать хотя бы минус? Нет. Но тиммейт, а именно Скрим, разменял. По-прежнему NBK никого не видел. Только сейчас вступает в игру, забирает Аза. 3 в 3. Поляки занимают базу, а устанавливает бомбу. Паша бицепс, минус NBK. Шокс, один против двоих. АВП в руках, конечно же, лишает мобильности французского игрока. Но минус Паша. АКМ теперь использует Шокс и готов разобраться с белым. Кто кого, белый или Шокс? 5-0 или 4-1. И безупречный Шокс берет очередной раунд для команды Титан. Ну вот, пока из того, что мы видели, действительно разрушитель, по-другому не назовешь, Шокса для команды Virtus.pro в этом матче. Эйс на банане с АВП при закупке команды Virtus.pro. После этого Эко без особых проблем взяли Титаны. Но, опять-таки же, оставшись один против двоих, с АВП в руках, Шокс не дрогнул. Пошел на выбивание. Забрал первого поляка. Ну и со вторым разобрался без особых проблем. Итак, опять-таки же, укрепление на Б-пленте. Скрима не прочекали. Скрим. Ну как же так? Скрим красным оставляет троих игроков польской команды. Но при этом не дает минуса. Но хелпа французов просто безупречно. И опять-таки же, атака команды Virtus.pro останавливается за считанные секунды без малейших шансов. Живых только Снэк. Ситуация 1 в 3. Бомба на банане. За ней надо идти и постараться ее подобрать. Снэкс нащупал бомбу. Постарается теперь уже бежать на плент, но французы не отпустят. Браво, Снэкс. Под флешечку. Также, не боясь вообще ни капельки своих оппонентов, заходит, вырубает с первой же пули кого-то из французов, но там их было двое. Со вторым разобраться просто-напросто не успел. 6-0. Невероятно уверенное начало Титанов в первой половине. И поляки на грани срыва. На грани срыва в этом матче. Не все получается у команды Virtus.pro в этом матче. Ну, еще бы тут все получалось. Когда Шокс так бьет по морали своим эйсом в третьем же раунде решающей карты, и действительно после этого собраться очень-очень непросто. Какая-то стратегически интересная задумка будет сейчас от польских игроков. Пашу запускают на банан, пытается Павел Бицепс прочекать Экзистенса. Ну, Экзистенс уходит на покой и чуть ли не ошибается. Выходит на прицел Паши и опять-таки же уходит. Целый невредим. Экзистенс дважды выходил Паша на прицел, и Паша не попал ни пули. Но это, по-моему, несправедливо. Что-то с Пашей сегодня происходит не так. Это статистика. Еще раз на ваших экранах. Шокс. 12 фрагов, 1 смерть. Вот действительно гроза поляков на карте Инферно. И вот такая вот позиция на этот раз. Но будут заходить на Б. Скрим открывается. Забирает Пашу бицепса Экзистенс. Не сумел разменять. Но подходит взрыв. И опять-таки же кривой зажим какой-то. И в игру вступает Смитс. Два минуса на Б-пленте. Падает неоитаз. Один в один. 4 секунды до конца. И это 7-й раунд для команды Титан. Снэкс сделал минус Шокс. Подвоил француза. Но как же просто обалденно сыграл Смитс. Поляки понимали, что нет у них времени на чек абсолютно всех позиций на Б-пленте. Забегали максимально быстро. Пытались установить бомбу на последних секундах. И тут появился Снэкс. Точнее, не Снэкс, а Смитс.
Снэк, Смитс, Шокс. Какая-то рифмоплёстка получается. Гитнейм им песенка. Итак, на банане Нео попытается перевернуть все это дело. Скрим вместе с Экзистенсом играют не совсем уверенно. И посмотрите, разменом заходит поляки на Б, но вот дальше Скрим вступает в игру и оформляет хет-трик в этом раунде. Уверенно забирает сливавших игроков команды Virtus.pro. 8-0. Поляки по-прежнему без единого раунда в атаке. Сыграв 8, до сих пор не заработали ни одного очка. Это на команду Virtus.pro совсем не похоже. Опять-таки же, банан под контролем титанов. Спокойно все. Пашу не пускают на эту позицию. Белый. Перестрелка с поджимающим Шоксом. Шокс по-прежнему живет и мансует. Забирает таза. И второй минус от Шокса. Тем временем Смит где-то сделал опенфраг. Забрал белого. Нео единственный, кто сумел укротить Шокса при попытке поджима. Паша законтролил Экзистенса на банане. Но минус сделать не смог. Нео и Паша вдвоем против четверых, а именно Existence, Smith, NBK, Scream постараются остановить убойную парочку от команды Virtus.pro. Нео идет на аплент, бомба валяется. Нет, бомба у Нео в руках, все нормально. Поляк все контролирует, а Паша, почему Паша до сих пор на банане? Нео с бомбы пытается навести какой-то шорох, будет заходить через респаун. И вот сейчас стоит отметить хладнокровие команды Titan. Скрим контролит проход кого-то из поляков через респ. Смитс, точнее Existence, спокойненько себе сидит в темной и подловил все-таки Пашу. С первой попытки не попадает, но исправляется буквально за секунду. И теперь все зависит от него. 1-3 остается грозный поляк и не сумел расправиться с Existence. 9-0. Вот так провальчик намечается в этом матче от команды Virtus.pro. По-прежнему поляки без раунда. И с экономикой также не все гладко. Хотя проблемы только у нее. Все остальные могут спокойно закупаться. Ну и какая-то пауза. Все-таки, наверное, какие-то технические проблемы у поляков. И что же там происходит? WhatsApp, Snacks поставил паузу. И именно полякам она нужна в данный момент. Может быть, это Team Talk, а может быть, все-таки это какие-то траблы. Так, пока у нас пауза, еще раз покажу, что у нас происходило до этого момента в противостоянии титанов против Virtus.pro. А именно, было три карты. Кэш, Даст 2 и решающая Инферно. 16-5. Титаны разгромили Virtus.pro на карте Кэш. Камбэк от ВП. 16-12, Даст 2. Но также очень близки были титаны к победе на этой карте. Но все-таки поляки додавили и свели все дело на карту Инферно, точнее, все противостояние на карту Инферно. Ну и теперь у нас 9-0 и без раундов польская команда. Отжимается пауза, и мы готовы продолжать наблюдать за этой встречей. Смит с ВП постарается сделать open фраг в десяточке. Ну и ошибется ли Паша на этот раз? Слишком много ошибок допустили поляки в этом матче, и уже просто лимит этих ошибок исчерпан. Надо исправляться, надо взять хотя бы 4 в атаке, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать во второй половине. Знаем мы, как поляки умеют играть за дефенс. Знаем, на что способна эта команда. Но пока выглядит как-то неоднозначно. Ну что же, очередной заход на аплэнд. NBK на коврах, есть open frag. Смитс контролирует проход по зелени. Тем временем бомба просто на морозе будет установлена. Да, роняет Нео бомбу, при этом падает, Шок забирает Нео. Наконец-то потушили NBK на коврах. Ну и теперь выбивание. Выбивание от команды Титан. Бомба стоит. Ну, как же так, Шок долго живет. Слишком много моментов. В итоге ситуация 1-1. В больших песках. Таз. Бомба стоит на него. И, скорее всего, поляки возьмут первый раунд.
Вряд ли здесь что-то сумеет сделать Крим. Тас Дигер уверенно просто выбегает на бельгийца и забирает того. 9-1. Поздравляем команду Virtus.pro. Наконец-то парни собрались после паузы. Сумели сбить вот этот невероятный ритм, который давала команда Титан в начале третьей карты. И взяли первый раунд. Но этого мало. Этого мало. Надо брать, по-прежнему повторюсь, 4 минимум в атаке, дабы рассчитывать на камбэк за дефенс. NBK в очередной раз готов принимать заходящих к нему в гости на ковры поляков. До этого он был действительно гостеприимен, делал здесь по минус 2. Но как сложится все это дело на этот раз, давайте посмотрим. Отдымление семерочки. И вот как же круто играют сейчас титаны. Подсаживают Шокса. Тот через дым видит белого. Но Таз моментально разменивает своего падшего тиммейта. Что дальше будут делать поляки? Окружают апленд. Занимают А-базу. Устанавливают бомбу. НБК не отдается. Понимает, что... Ой-ой-ой. Паша заметил НБК. Постарается сделать минусы. Кто выиграет эту дуэль? Паша. Все-таки перестрелял своего грозного оппонента в коврах. 2 в 3. И уходят на сейф титаны. Понимают, что до конца первой половины остается еще, за исключением этого раунда, еще 4. С деньгами действительно проблемы у французов. Независимо от того, какой счет, проиграв первый же раунд, и вот сейчас отдают второй подряд французские игроки, будут сливать следующий или проводить экономический. Посмотрим, чем все это закончится. Ну вот, если... Насобирают на дропы парни, а на дропы, скорее всего, не насобирают. Но у Смитса и Шакса есть по 5000, что позволит купить 4 девайса, и только у Скрима не будет девайса. Или все-таки Эко? Смотрим. Нет, это Force Buy. Полевая закупочка, со Скримом погорячился, девайса не будет у NBK. Все остальные, даже у Шокса есть ВП. Без армора, на банане. Шокс в очередной раз постарается разыграть снайперскую винтовку. Паша, ну... Пока пассивно разыгрывает позицию банана, отдает под полный контроль французской команды. И Шокс не успел просто выстрелить. Паша с трейфом прочекал. И есть теперь очень даже полезная инфа. Банан занят командой Титана. И теперь надо то ли обходить как-то эту позицию, то ли выбивать французов с банана. Ну и продолжать набирать раунды в атаке. Снэкс готов выходить из дома. НБК на коврах. 2 минуса. Вот так провал от команды Virtus.pro. Как же так? НБК с СЗ-шкой в руках делает 2 безответных минуса. Таз, конечно, разменял, но было слишком поздно. Смитс также 2 минуса в этом раунде. И в живых остается только Таз. Шок не попадает с ВП. Постарается второй попытки забрать все-таки... капитана Virtus.pro, но этого Таз сделать не дает. 30 секунд до конца. Бомба на руках. Позиции французов на ваших экранах. Смитс уже в перемычке и готов заходить в спину Тазу. Но Таз пойдет на аплент. Не совсем удачная флешка, от которой сам остается в блайнде. Ну и Existence готов ставить точку в этом раунде. Забирает уверенно польского капитана. 10-2. Virtus.pro по-прежнему... с дефицитом раундом в атаке. Был отличный шанс сбить экономику французам, но, к сожалению, им поляки не воспользовались. За что будут наказаны? Наказаны в первую очередь в плане экономики. Нет денег у поляков, вы вынуждены сливать. Дают 11-й без боя, практически 2 гранаты от французов на банане. Шок идет поджим, но дальше... Крим готов разбираться, но нет, посмотрите, 3 минуса от поляков. Правда, Паша и Нео за счет того, что Молотов лежит и не могут дальше продвигаться. Игроки команды Virtus.pro, ну и теперь просто в боевом кольце. Смитс со стороны Бэплента, Шок спокойно контролирует выход с десяточкой. Но и куда же все-таки пойдут поляки? Отдымление с обеих сторон. Банан просто... Давайте покажу, что происходит на банане. Ну вот... слишком высоко. Один дым развеялся. И уходят Virtus.pro в гости к Шаксу.
под шифтом не топают. Ну, вот только сейчас что-то решили потопать. И тем временем Шокс в одиночку должен занять позицию на планте. Позиция, которая ему позволит сделать первый минус, при этом остаться целым и невредимым. Позиция, которую будет тяжело прочекать. А Смитс тем временем спокойно себе контролирует Б. Поляки уже заходят на А. Как будут продвигаться на пленте, мы сейчас с вами узнаем. Итак, курочка разбита на главке. Шокс должен был это слышать. Понимает, что поляки будут идти на плент. Смитс уже бежит на помощь своему тиммейту. Итак, есть первый фраг от Шокса. Ситуация 2-2, и второй наступает мгновенно быстро. Падает Нео, не дает Шокс поставить бомбу польским игрокам. И тем самым берет 11-й раунд для своей команды. И еще один реально важный раунд для поляков. В нем определиться, с каким же счетом все-таки закончится первая половина. Если проиграют Virtus.pro этот раунд и не поставят бомбу, то все закончится ой как плохо. Шок с АВП в очередной раз готов поджать банан и сделать open фраг. Забирает Нео. Идет. Ну как же агрессивно действует Шокс. Дальше в игру вступает Existence, забирает таза. Размен 3 в 1. Existence под флешку выходит, делает второй минус в этом раунде. Паша при этом успел забрать скрима. На банане Снекс забирает Existence. Ситуация 2 в 1. И опять-таки же проблемы у поляков. Как выбираться Снексу из такой вот непростой ситуации? Пойдет ли на Б-плент или все-таки будет возвращаться через А? У Смитса очень уверенная позиция, и будет ой как непросто проходить Снексу. Моментально сбривает поляка. 12-2. И у команды Virtus.pro на последний раунд практически не остается денег. Арсенал девайсов тому доказательство. 1 АКМ у Паши Бицепса. 2 P250. 1 ЦЗ-шечка. Ну и вот Снекс по-прежнему не определился, с чем же он будет играть в этом раунде. Все-таки P250, тяжелый армор и фулл бай по гранатам. Смитс. Open фраг, но гранаты от поляков не отпускают французского снайпера и сравнивают счет по фрагам в этом раунде. Поляки решили быстро продавить все происходящее на пленте. Ну и чем же все это закончится? Смотрим. Шокс и НБК в больших песках. Полякам будет невероятно трудно заходить на плент, но решают пойти на скрим. Продавили того в библиотеке. Забрали разменом на Нео. Ситуация 3 в 3. Есть уже два девайса у команды Virtus.pro. И постараются парни взять все-таки третий в атаке. Смотрим на карту, что происходит. Existence готов принимать труспаун. Ошибка от Existence. Но поляки отпускают. И со второй попытки Existence также не делает минуса. Ну, теперь точно не отпустит белый. Забирает Existence на банане. Поляки занимают Б-базу. НБК и Шоксу предстоит непростое выбивание. Хотя НБК забрал кого-то из поляков, упустил я этот момент. Ну и вот такие позиции у Снекса с тазом. Через церковь не пойдут, и теперь надежда только на таза. Таз не попадает с первой попытки. Отдымление от французов. Шокс есть первый минус, забирает таза и уверенно минусует Снекса. 13-2. Разгром на карте Инферно. В первой половине от Титанов. 13-2. Это по-другому не назовешь. Разгром. Проиграв пистолетный раунд, поляки лишаются каких-либо шансов на камбэк в этом матче. И тем самым отправляются в нижнюю сетку. Если я не ошибаюсь, повторюсь, это моя теория, что перекрестно падают команды с верхней в нижнюю сетку, то команда Virtus.pro попадает прямым ракурсом на команду Hellraiser. И это будет просто что-то невероятное. Итак, попытка зайти на B-плент. Титаны пока потеряли двоих игроков. Уже три. Француза упала, Шокс не забирает Пашу. Постарался пропустить и сделать как можно больше минуса. Но, как мы видели, Паша штрафует за такую вот попыточку. Смитс один против пятерых. Бомба. Нет, против четверых. Потеряли Снекс поляки. С минимальными потерями остановили заход на B-плент. И теперь Смитс постарается установить бомбу. Никто ему здесь уже не помешает. Но сможет ли Снекс, точнее Смитс,
взять этот раунд? Я думаю, нет. Попадает по голове белого, и тут как туз нарисовывается таз. 13-3. Поляки берут пистолетный раунд и начинают камбэк. Надеюсь, мы увидим действительно сильную сторону дефенса от польской команды на карте Инферно. Вот на самом деле, зная поляков, а именно троицу Паша, Тасс и Нео, на способности белого Снекса я не буду распространяться. Эти парни довольно-таки неплохо проявили себя на EMS One Katowice. Не то, что довольно-таки неплохо, а просто шикарно проявили себя. Так вот, Нео, Паша и Тасс. Это троица. В CS 1.6 творила такие камбэки. Конечно же, с помощью Кубина и Лурда, но этих парней уже нет. И теперь, по силам ли полякам вот в таком вот новом, в кавычках, составе, оформить камбэк на карте Инферно против грозных французов, которые взяли 13 в защите, и остается всего лишь взять 3 раунда в атаке для победы в этом матче. Паша спокойно принимает выход по зелени. Забирает троих французских игроков. Есть 4-й минус от Паши. Будет ли эйс? Нет. Экзистенс слишком далеко и, скорее всего, отдастся на кого-то другого. Или все-таки Паше отдадут оформить? Нет. Паша дальше не пойдет. 12% здоровья. В первую очередь Паша постарается засейвить свой девайс. Экономика, ой, как пригодится команде Virtus.pro в этом матче. Ну что ж, второй раунд без потерь берет команда Virtus.pro. Второй раунд в защите. Так, а вот это что-то интересное. Французы моментально быстро заходят под флешку на главку. Но две гранаты от поляков, и есть опенфраг. Падает НБК. Красный остается Смитс. Что дальше будут делать парни? Ну, как видим, тусовка на главке пока ничем интересным не заканчивается. Поляки уходят в глубокий дефенс, понимают, что неплохо посадили своих оппонентов на гранаты. И теперь надо просто собирать урожай. Снекс в дыму заходит в нычку, все контролил. Ой-ой-ой, под флешку Снекс постарался сделать хотя бы минус, но, как видим, французы не дают этого сделать. Экзистенс. Гиперагрессия на пятерочке, а именно на зелени. Пытается продавить польских игроков, но, как видим, пока только проседают французы по количеству здоровья. Шокс также остается красным у Экзистенса. 57% здоровья, он уже умирает. Умирает из библиотеки. Снэк сделал этот минус. Тем временем Смитс постарается законтролить Нео на банане, но все четко у Нео. Поляки играют просто без потерь. 26 секунд до конца. До конца этого раунда. И Шокс вместе со Скримом решительно настроены засейвить свои девайсы на следующий раунд. По деньгам будут проблемы у французов. Кто это у нас в метро? Это Нео. И видел закрывающуюся дверь. 9 секунд до конца остается. Постарается Нео забрать девайсы у французов. Ну, флешка не совсем туда залетает. Скрим и Шокс спокойно себе сейвят на коврах. 2 оставшихся АКМа. И Нео все-таки забирает Скрима. Ошибается бельгиец. Стал не совсем в хорошей позиции и был за это наказан. Так, давайте, наверное, посмотрим, что со статистикой происходит. Шокс, 24 фрага, 9 смертей, 5 MVP, 53 очка. Ну, однозначно, фраг-лидер команды Титан. У Virtus.pro потихонечку включается в игру Паша. Ну, по-моему, слишком поздно, но опять-таки же, слишком рано об этом заявлять. Есть еще гандикап раундов у команды Virtus.pro. Есть действительно бойцовские качества, есть характер, есть огромнейший потенциал, дабы оформить камбэк в этом матче. Пытаются максимально продуктивно разыграть этот эко-раунд Титаны. С одним АКМом от Шокса. Вот все аккуратно чекает Шокс. Пытается подловить на ошибках поляков. Паша зачекал уходящего Шокса. Но Шокс, безупречная стрельба с АКМа, наказывает Пашу. Но вот с белым разобраться не удалось. Тасс в коврах. Готов к выходу
NBK и говорит: Натан, Sugar, come on. Сладенький, иди-ка сюда, и забирает француза. 13-6. Еще один раунд для команды Virtus.pro. Ну и что же? Бай-раунд от Титанов. Не спешат закупаться парни, и будет интересно наблюдать за тем же, что же все-таки придумают. Пока у поляков безупречный дефенс, все заходы под командой Титан были остановлены практически без шансов и без разменов. Но это было ровно до этого момента. Французы готовят какую-то нашифрованную раскидку на плент и будут заходить на Пашу, если не ошибаюсь. Паша откидывается, при этом уходит в глубокий дефенс. Французы окружают белого на пленте. Белые. Есть первый минус, забирает Снекса. Так, подержал. Ну и опять-таки один за другим падают Титаны. 5-0. Остановлен выход французской команды на плент. Virtus.pro серьезно настроены на камбэк. Действительно, сторона дефенса на Инферно позволяет тащить вот такие вот раунды. Насколько же хватит нервов у французов? Вот парни в последнее время показывают какую-то слабохарактерность. Вот как только команда начинает над ними доминировать, французы проседают и их просто не узнать. Абсолютно другую команду мы наблюдаем, когда парни уверены в своих силах. Итак, очередной заход на пойнт. Паша бицепс. Как будет принимать выход по зелени? Невероятное количество дыма. Паша заходит в дым. Это может плохо закончиться для поляка. Пропускает двоих игроков. Как играет Паша? Но сумел сделать только один минус. Некс разменял. Какие мансы в дыму? Шокс забирает Снекса. 3 в 3 ситуация. Белый подловил Шокс на ошибке. Также забирает Смитса. В живых остается только NBK. 37 секунд до конца. Бомба лежит на зелени. Три польских игрока против NBK. На топ максимально, ну и Нео ставит точку в этом раунде. 13-8. Такой полуизжожный раунд получился. Паша, вот казалось бы, был на грани фола. Заходил в дым, пытался пробраться. Вот еще бы шажок и нашел бы на прицел одному из французских игроков. Но вовремя остановился. Пропустил двоих. Забрал одного. Второго неплохо надымажил. И дальше поляки опять-таки же максимально быстро реагируют на информацию своего тиммейта. А именно Паша был первым, кто принимал и давал информацию по поводу заходящих французов. Ну и, собственно, максимально быстро стянулись хлопающие игроки, сделали решающие минусы и взяли восьмой раунд для команды Virtus.pro. Тем самым заставили с ним сливать Титанов. Existence пляшет на РСПе. Наверное, все-таки, опять-таки же, Team Talk в данный момент у команды Титан. И пытаются парни проанализировать вторую половину. И почему же так без шансов их останавливают поляки? На самом деле, попытки были зайти только на плент. Через Б вообще не пытаются действовать Титаны. И может быть именно это ошибка. Ну, это лично мое предположение. Нео на банане тем временем спокойненько разбирается с сливающими французскими игроками. Забирает двоих, и теперь настал черед Шокса и Скрима. Скрим упал. Шокс все-таки постарается забрать хоть кого-то в этом раунде. Или поляки очередное эко возьмут в сухую. Казалось, попадает по голове белому, но нет, это был пузашот. Попал в тушечку поляку, и минус сделать все-таки не удалось. 13-9. Всего 4 раунда преимущества остается у команды Титан в этом матче. Напомню, первую половину французы выиграли со счетом 13-2. Поляки взяли пистолетный и тем самым начали камбэк. Начали невероятный камбэк. У Снекса появляется снайперская винтовка. Постарается он ее разыграть на банане. Так же агрессивно, как это делали Титаны. Нео.
по-прежнему не потерял ни функции здоровья, но какой зажим по НБК, и только Снэк сумел разменять своего тиммейта. Паша приходит на помощь. Будут заходить французы на Б, и Паша готов их удивить. Паша! Всего лишь один минус от Паши. Скрим минус в ответ. Снэк. Нереально агрессивная игра с АВП. Забирает смеется, но Шокс опять-таки же на разменах заходит на Б. Установлена бомба французской команды, и теперь полякам предстоит выбивание. Давайте посмотрим, где находится белый таз. Белый аккуратно чекает церковь, понимает, что здесь вроде бы все чисто. Да, спокойно заходят поляки. И как же будут действовать дальше? Шокс и скрим. Шок за тремя, скрим в темной. Очень-очень хорошие позиции у французов. Но граната Шокса под ноги. Скрим минус таз. Шокс красный, и скрим разбирается в одиночку с командой Virtus Pro. Счет 14-9. Первый раунд в атаке берут титаны. Это заявка. Это первая заявка на победу в этом матче. На самом деле заявка была в первой половине после счета 13-2. Но когда ВП начали тащить и взяли 7 подряд, я действительно подумал, что это также заявка. Но от команды Virtus Pro. Кстати, вот как раз таки то, о чем мы с вами говорили. Французы до этого момента пытались заходить на плент. И там без шансов их останавливали поляки. Как только пошли на Б, заходили серия размена. Один в один, один в один. Все время в большинстве были поляки, но итоговый минус сделал скрим. Точнее, два минуса сделал скрим и взял первый раунд в атаке для титанов. На этот раз не спешат титаны заходить на какой-либо из плентов. У поляков на Б-плинте Нео, Снэкс. Вот такая позиция у Нео. Снэкс на хелпе. Паша также очень близко к Б-пленту. Но на этот раз будут заходить на белого. Белый умирает. Теперь надежда только на Пашу. Паша попытка ворваться в дым. Наказывает его Смитс. И проблемы. Невероятные проблемы. У Таза в больших кусках. Замечает его Шокс. И также забирает без шансов. 2 в 5. Нео и Снэкс. Сейвить нет смысла. Парни пойдут до конца. Денег уйма. Нео, есть первый минус. Забирает скрима. Теперь надо делать минус Снэксу. И уже появятся реальные шансы на взятие этого раунда. Нео должен чекать. Но нет. Шокс. Второй минус в этом раунде. Снэкс один против четверых. И это уже безнадега. Это уже безнадега. Снэкс напоследок забирает Смитса. Но здесь его уже просто не выпустят. Также минусует экзистенса, понимает, что должен заходить ему в спину Шокс, и не законтролил последнего французского игрока, точнее не последнего, а предпоследнего. Ну и тем самым французы оформили ничью в этом матче. 6 матч-поинтов для команды Титан, и по-прежнему 6 раундов надо отыграть команде Virtus Pro. Снэкс и Нео на банане. Довольно-таки неплохо прокидали гранаты. НБК оставили. Нет, все-таки плохо. Всего лишь 21% здоровья потерял француз. Снэкс. Агрессивная позиция, но понимает, что все при фаерове могут чекать титаны, и уходит. Уходит на действительно более верняковую позицию. Тем временем Шокс уже готов выходить. Белый зачекал выходящего игрока с дома. Так, ну и вот Паша. Вот только Паша настолько себя комфортно чувствует в дыму и спокойно мансует, принимает, убивает, делает все, что хочет. Что будет на этот раз? Ой-ой-ой. Поляки пытаются угадывать, укрепляют аплэнд. Снэкс только сейчас начинает свою перетяжку на Б. Тем временем Шокс выходит на под флешку. Забирает. Это Паша Бицепс сделал тимкил. Тем временем выход на Б-плент. На... Кто же там? Кто же там на Б? Это Нео. Нео забирает НБК. Старается сделать второй минус. Остается красным. Экзистенс все-таки добивает Нео на Б-пленте. Итак, бомба у скрима в руках. Устанавливается. И Смитс.
забирает Пашу бицепса в респауне с ВП. Таз и Снекс вдвоем против троих. Это последний шанс команды Virtus.pro. Снекс начекал Смитса, но Смитс не мажет с ВП. И Таз остается один против троих. Красным оставляет Смитса, забирает Скрима. Перекрестный огонь в исполнении команды Титан. Таз четко читает. Отличное чтение. И третий минус. Таз просто разгромил. Но если дефузы, дефузы есть, успевает или нет? Нет. Успевает. Чудо сотворил Таз. Оставшись один против троих. 40% здоровья Таз разгромил французов на бэк-пойнте и разминировал поставленную бомбу. 15-10. Отыгран первый матч-пойнт. Ну вот как раз такие вот волевые моменты должны мотивировать команду Virtus.pro. И парни могут дать камбэк. Я в это верю. У Паши бицепса появляется снайперская винтовка. Моментально попытается проштрафить экзистенса. Врыв от поляков. Поляки на кураже. Врываются в десятку. NBK. Даже не представлял, что такое может произойти. Но вот белого подловили. Выравнивает ситуацию в этом раунде. NBK на бэк-пойнте. Спалил свою позицию. Таза забирают. Ну как же так, ошибаются поляки. Паша оставил без прикрытия своего тиммейта. И французы воспользовались такой вот ошибкой. Не, он на бэп-пойнте должен сейчас сотворить чудо. Очередное чудо для команды Virtus.pro. Или все-таки Натан. Коварная позиция на Натана. Вот ждет на чекающего игрока. Выдержит ли Нео? Да, Нео. Это Нео. Комментарий здесь излишний. Просто прочувствовал всю полноту ощущений и нащупал Натана на банане. 3 в 3. Французы заходят на апленд. Снекс и Паша. Вот такой вот тандем. Постарается остановить выход французской команды на апленд. Снекс в больших песках. Паша, есть open фраг. Забирает Смитса. Снекс, минус крим на коврах. Живут остается только Шокс и второй матчпоинт. Нет, не буду говорить. Пока еще рано. Шок забирает Пашу. Устанавливают бомбу на пленте. Но этого не даст сделать Нео. И второй матчпоинт. Как же близко, чтобы отыграть поляки. Да, Нео наконец-то забирает Шокса. 15-11. Еще 4 матчпоинта для команды Титан. Как же были только что близки французы к реализации второго матчпоинта. Но Нео и компания не дали оформить победу французской команде. И теперь готовы. Готовы все это дело сводить на допу. Эко-раунд от Титанов. И давайте смотреть, как же спокойно будут разбираться поляки на экономическом с французскими игроками. Действительно эпичная баталия в этом противостоянии. Титаны Virtus.pro. Что может быть круче? Первая карта. 16-5 кэш. Победа за Титанами. Ответ от команды Virtus.pro. 16-12 даст 2. Берут поляки. И третья решающая карта. Разгром от французов в первой половине. И камбэк от Virtus.pro во второй. Очередной хайлайт на бэп-пойнте от Нео. И, ну вот, не хватило Нео еще парочки минусов для действительно красного момента, но в живых остается только Скрим, и его должен забирать Снекс. Ну, с невероятно большими проблемами Снекс все-таки добирает последнего игрока команды Титан, и теперь оружейный. Оружейный бай. Его надо брать. Надо брать команде Virtus.pro все раунды подряд. Будь то оружейный, будь то эко-раунд. Надо отыгрывать матч-поинты и сводить все это дело на допу, дабы оставаться в сетке виннеров. Я уверен, в данный момент команда HellRaiser точно так же болеет за поляков. Не хотят они играть с поляками. Лучше будут принимать в бое. Нео, что творит на банане? Вместе со Снексом остановили заход на бэп-пойнт. Разгромили всех французских игроков. В живых остался только бельгиец Скрим. И он также умирает. Белый ставит точку в этом раунде. Еще один матч-поинт отыгрывает команда Virtus.pro. А все началось после невероятного раунда в исполнении капитана команды. Таз. Вот то, как раз о чем мы говорили. Таз, Паша и Нео знают, как тащить такие вот игры. Паша бицепс, СВП. Очередная попытка реализовать снайперскую винтовку при агрессивной стрельбе на главочке. Но тем временем Нео берет на себя роль П.
просто карателя. И карает Смитса на банане. Есть open фраг, это уже хорошо. Existence также здесь и умирает от Нео. Нео третий минус на банане. Еще один матчпоинт отыгрывает команда Virtus.pro. Но! Еще не отыгрывает, но, скорее всего, этот раунд уже не проиграют поляки. Шокс и Скрим вдвоем против пятерых. Паша мажет СВП, белый штрафует, и Паша со второй попытки забирает Скрима. 15-14, всего лишь один раунд преимущества у команды Титан в этом матче. Смогут ли отыграть еще один матчпоинт игроки команды Virtus.pro? У Титанов Форсбай, 3 Галива, 1 АКМ и П-250 у Скрима в руках. И как таким баем брать раунд у поляков, которые набрали невероятный ход в этом матче? Нео, очередная попытка агрессивно разыграть свой кольт на банане. Молотов восстанавливает французов при попытке пройти в F1-2. Existence, префайр за тачку, не попадает по Нео. Ну что же, агрессия продолжается. Снекс будет давить дальше. Снекс красным оставляет НБК. Уже хорошо. Шок с тем временем на коврах. Постарается подловить Таза на ошибки. Но это не тот парень, который ошибается. Как просели по хаусбарам Титаны. Existence минус 28% здоровья. Смитс минус 63%. НБК минус 91 хп. И как дальше играть в этом раунде? Итак, Шок замечает Таза в тюрьме. Постарается того перестрелять, но Таз выигрывает эту перестрелку. Забирает еще 49% здоровья у Шокса. Титаны, ну, сделали все, чтобы стать победителями в этом матче. Но этого оказалось недостаточно. Нео забирает НБК. Первый француз упал. Шок отправляется вслед за ним. И просто без потерь поляки отыгрывают последний матчпоинт Титанов. 15-15 у нас все только начинается. Казалось бы, проиграв первую сторону со счетом 13-2, полякам не по силам отыграть и оформить здесь камбэк. Но вы все прекрасно видели сами. Статистика на ваших экранах. 28 фрагов Нео, Паша 25. Таз 18, Снекс 20, Белый 18. 32 фрага настрелял Шокс. Как же обидно Шоксу проигрывать вот с такой вот статистикой. 22 фрага у Смитса. НБК вообще не включился на карте Инферно. 6 фрагов, 21 смерть. Такого Натана мы давненько не видели. Итак, у нас пауза. Я уверен, командам нужен небольшой тимтолк, дабы взвесить и как-то воспринять все происходящее на этой карте. Поляки на невероятной волне. Их будет остановить сейчас невероятно тяжело. У французов спад. После такого камбэка от команды Virtus.pro вернуться в игру будет невероятно сложно. Смогут ли парни за вот такую вот паузу, которая предоставлена администрацией Фрагбайта, настроить себя на максимальный лад и все-таки выиграть карту Инферно у команды Virtus.pro? Я не знаю. Боюсь что-либо прогнозировать. Действительно, абсолютно непредсказуемый матч. Французы могли все закончить на втором дедасте, но поляки додавили. И после вот такого проигрыша уже вряд ли кто-то сомневался в победе французской команды. Но опять-таки же поляки удивляют всех. Так, я, наверное, пока у нас небольшая пауза, также постараюсь добраться до своего чайка и глотнуть хотя бы капельку Нести, дабы просушить горлышко. Не дают мне это сделать админы Фрагбайта, и тем самым начинают дополнительные раунды на карте Инферно. На третьей и решающей карте, а именно на Инферно. У Смитса АВП. Попытка в первую очередь лишить жизни Паши. Паша до этого момента постоянно нагнетал обстановку на главке. Но сейчас понимают Virtus.pro, что есть возможность у Титанов купить снайперскую винтовку. Экономика это позволяет. 10 тысяч старт-мани, если даже не 16. Нет, все-таки 10 тысяч. И понимали, что может быть снайпер, и на рожон лезть нельзя. Ну что же, Паша вместе с Белым и
тазом. Готовы принять в очередной раз под сухую заход команды Титан на плент. Пойдут ли титаны? Вот в чем вопрос. NBK по-прежнему на банане. Заходят в дым французские игроки. И будут двигаться в направлении Пашка. Как действует Паша? Мы сейчас с вами посмотрим. Ой-ой-ой, мажет Смитс. Паша под флешку будет оформлять выпад. И будет ли минус? Два минуса от Паши. Красным остается Смитс. Нет, по Смитсу не попал. Что-то пролагало меня. Снекс. Забирает Смитса. Шокс. Минус белый. Таз. Разменивает моментально своего тиммейта и оставляет NBK. Одного против троих. 20 секунд до конца. Бомба в малых песках. И надо проделать невероятную работу, чтобы взять первый раунд на допах для французской команды. Но поляки сделать этого не дают и берут очередной раунд. Сколько же подряд раундов взяли Virtus.pro? Итак, если не ошибаюсь, счет был то ли 15-10, то ли 15-11. Ну, короче, уже точно раундов 5 поляки взяли подряд. При том, что из них было 4 точно матч-поинты. Ну вот теперь, опять-таки же, начинают гиперуверенно. Во второй половине Нео в очередной раз агрессивно играет на банане. Попытка подловить кого-то из французов на действительно стратегически важной позиции и отрезать французов напрочь от второй половины карты. Нео один на банане. Позиция не внушает доверия. Ну, лично мне было бы стрёмно находиться здесь. Нео в дыму замечает экзистенс, заставляет его красным. Чудом выживает экзистенс. А Нео спокойненько себе уходит куда подальше. А именно за тачку уходит Нео. Опять-таки же будут заходить на Снекса и Пашу. Снекс спалился. Пашу оставляет за конструкцией. Снекс ВП. Ну вот тайминг не совсем удачный. Паша по-прежнему мансует. Смитс может штрафовать Пашка. Но прочекают ли Пашу? Не чекают французы. Паша первый, второй минус. Падают французы один за другим. Снекс оформляет третий минус. Паша также делает хитрик. Точнее, не так же, а просто делает хитрик в этом раунде. Паша молодец. По-другому назвать его нельзя. Просто безупречная игра от поляка во второй половине. И на допах она также продолжается. Невероятный дефенс демонстрирует команда Virtus.pro на карте Inferno. Про волевые и бойцовские качества я вообще молчу. Белый, что настроен? Неужели агрессивная игра на главочке? Понимает, что у титанов по истечению двух сыгранных раундов на допов должны были закончиться деньги. В доказательство этому арсенал команды Тита на ваших экранах. 3 АКМа, 1 Галил и П250 у Смитса. Тот самый Смитс, который покупал ВП и который не смог его реализовать. Па, точнее Таз, готов принимать заход французов по коврам. Итак, просто топит дым, есть первый минус, забирает NBK, также уверенно падает Скрим. Таз, третий минус, нет, белый просто украл у Таза третий минус. В живых Шокс и... Нет, только Шокс. Хотел сказать Шокс и его тиммейт Экзистенс, но в ту же секунду упал Экзистенс. Шокс продолжает бороться, забирает Таза в больших песках, но Паша ставит точку в первой половине дополнительных раундов. 18-15, 3 матч-поинта уже для команды Virtus.pro. Вот это матч, вот это заруба. Никто не хочет падать на команду HellRaisers в нижнюю сетку. И поляки показали, насколько же они хотят продвигаться дальше по сетке виннеров. Действительно, будет гораздо проще соперник в суперфинале. Точнее, не в финале, не в суперфинале, а в финале виннеров. Команда LDLC или Dignitas. В разы, ну, как по мне, последние матчи тому доказательство слабее, чем HellRaisers в нижней сетке. Друзья, на букве Q у меня предательски почему-то появляется карта. Я тоже хотел изучить статистику, но, к сожалению, вот даже в подсказках буква Z, Show Profile, X, X-Ray, Next Player, Control. Почему-то Control Next Player, Overview, C. Ну, вот что-то обманывает меня.
Короче, статистика куда-то испарилась. И вот, к сожалению, не могу я добраться до нее и посмотреть, что же там происходит по статистике. Но табуляцию могу показать. 35 фрагов от Шакса, 29 фрагов в нее, 32 фрага от Паши. Вот. Она, заруба. За попадение в финал Венеров. Поляки не спешат. Понимают, что действительно сейчас на спаде команда Титан. После такого количества отыгранных матчпоинтов поляки сбили на ноль мораль французов и готовы их додавить. Паша на банане. Пытается подловить экзистенса, кстати, который остается по-прежнему один на Б-пунте. Только сейчас Крим бежит на помощь своему тиммейту. Неужели все-таки будет укрепление Б-пунта? Нет, тем временем поляки заходят. Потихонечку заходят. Итак, ТАСС будет стараться делать опыт фраг. Замечает экзистенса. Пропрыгивает прицел. Ой-ой-ой, как же фу... О, мой бог! Шок и экзистенс. И уже только экзистенс против троих поляков. Паша... ТАСС и Снекс. Экзистенс. С вертухи забирает Пашу. При этом остается красным. 1-2 ситуация. И Снекс ставит точку в этом матче. 19-15. Невероятная заруба, за которой мы вместе с вами наблюдали. Поляки дали просто шикарный камбэк и реализовали первый же матч-поинт в этом матче. ГГ. Virtus.pro. Первый финалист Fragbite Masters 2014 в верхней сетке. Кто попадет к ним дальше. Это или LDLC, или команда Dignitas. Команда Titan уже в нижней сетке. И, если я не ошибаюсь, будет играть с нашими парнями, а именно с HellRaisers. Какая же непростая нижняя сеточка у наших парней. Нипы, Титаны. Если сумеют преодолеть французский барьер, это будет невероятно круто. Будем болеть за наших, будем поддерживать... своих, ну, я сейчас за своих считаю, это команда Virtus.pro. Это парни, которые живут не так далеко от нас. Россия, Украина, Польша. Братский народ, по-другому не назовешь, поэтому в первую очередь испытываю к ним теплые чувства. Точно так же поддерживаю наших парней и будем болеть за наших. Еще раз, друзья, спасибо, что в столь поздний час были с нами. Студия Castle TV и Strike работали для вас. Также для вас сегодня... комментировал Тафа. Тафу потихонечку мы возвращаем в Counter-Strike. Я думаю, вас также это радует. Скоро должен вернуться Игорь. Я надеюсь, в ближайшее время ему все-таки удастся пересечь границу Украины и России. И Игорь также вернется в студию КСЛ ТВ. Еще раз всем спасибо. До новых встреч. Завтра Fragbite Masters 2014. Также для вас буду комментировать я. Если уже будет Игорь, то... он также подключится к этой игре. Ну и, может быть, вытащим Тафу. Еще раз прощаюсь. До новых встреч.